Здравствуйте, меня зовут Балакирев Никита. Я считаю, что только знания приведут вас к успеху. Задача из пункта С1 – это, естественно, решение тригонометрического уравнения и подбор координат выражающих области. Там будет необходимо знать выражение для косинус 2х, как, допустим, синус в квадрате х и косинус в квадрате х связаны, как выразить тангенс в квадрате х через единица минус единица на косинус в квадрате х. Так, в общем, понятно, я думаю, да? Так, что еще? Так что ничего принципиально отличного от демоварианта не будет. По С2. По С2 скажу, что там будет правильная треугольная призма. Треугольная призма. Притом она будет правильная. Причем при этом решение при помощи координатного метода будет наименее эффективно, и там надо будет строить сечение. То есть сечение всякие там искать и так далее. Что касается С3, естественно, логарифмическая система, состоящая из двух уравнений, будет логарифм. Какой-то будет логарифмским там основанием, может быть, с таким основанием, может, x квадрат. Ну и, конечно, будет степенная какая-то сверху. Степенное какое-то неравенство, там будет в основном какие-то там неравенства, там x плюс 5 и так далее. Что еще можно сказать? Ну, это общая концепция. И здесь надо будет либо делать замену там 2x, t равно 2x, и решать получаешь квадратное уравнение, и, соответственно, работать с областью допустимого значения логарифма, с этим неравенством работать, приводить его к квадратичному уравнению. Ну и, собственно, пока вся информация, которую я вам скажу. Я бы на вот это поставил, кстати, лично я. Я, допустим, и угадалки. Во. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вступайте в группу ВКонтакте. Ну, может, еще что-нибудь там угадалки узнаю.